Всем привет, с вами Татьяна Булатова, и максимально коротко я хочу рассказать сегодня о своем заказе из каталога номер 10 компании Oriflame. Для начала хотела выбрать с закладочками, что мне нравится, потом решила, что нужно просто пролистать весь каталог. Первый же разворот уже максимально полезный, максимально выгодный. Антибактериальное средство, да, оно чуть дороже, чем в магазинах. Да, то есть вот тот сегодня только была в Декатлоне, там 99 рублей, но оно кардинально отличается. Оно приятно пахнет, оно удобно как мужчинам, так женщинам, так и детям. Да, то есть, ну вот мне очень нравится именно наша антибактериалочка. Вот эта умывалочка и вот эти салфеточки с маслом чайного дерева очень хорошо подходят тем, у кого кожа склонна к воспалениям. То есть это прям вообще обязательно. Да? Оно немножечко пахнет, конечно, чайным деревом, но такой немножко как лекарственный аромат, но зато эффективно. Сухой шампунь, вот как раз таки у меня тоже он есть. Сухой шампунь, это палочка-выручалочка. Часто нас выручает, когда мы очень-очень спешим, и даже немножечко придает объем при корнях, ну, потому что корни, когда становятся нежирными, да, объем обеспечен. И вот такое вот средство, само средство с маслом чайного дерева я тоже всегда покупаю, и оно у нас в аптечке и у меня, и у родителей, и у сестренки обязательно такой элемент. То есть это природный антисептик, это то, чем можно обработать любую ранку, если не совсем открытая, да, в ушки можно даже вот на палочку, в общем, куда угодно. Там есть у нас на сайте такая шпаргалка, где расписаны его свойства. Дальше идем. Новинка. Новая туалетная водичка. Вот у меня как раз коробочка. Такая тоже под цвет моего пола почти. Вот такой вот аромат. Мне понравился. Вообще, фруктовые ароматы я люблю. Да, у меня любовь к клубнике. Несмотря на то, что все клубничные ароматы, они очень детские. Но здесь у нас есть персик, есть ваниль, что притягивает, располагает, да, к себе. Ну, в общем, мне очень понравился. Ну, еще вот этот вот цветочек. Туалеточка классненькая. Мне кажется, она подойдет, наверное, всем. То есть она не относится к сильно сладким и не относится к каким-то там тяжелым, да. То есть она такая вот, мне кажется, прям универсальная, для всех подойдет. Нужно купить либо вот эту туалеточку, либо мужскую. Причем они отличаются вот такими вот прикольными трубочками внутри цветными. И тогда вы сможете поучаствовать в розыгрыше поездки на Кипр. Обязательно читайте условия. Помимо покупки нужно еще обязательно сделать пост в Инстаграм. И тогда вы поучаствуете в этом розыгрыше. Дальше погнали. Мое любимое масло. Так, а где оно? А, да, вижу. Вот такие вот у нас образы, да, то есть компания Oriflame сейчас в каталоге, это не просто набор продукции, да, вот тут готовый образ у нас, аромат, помада, украшение, парео здесь тоже, да, то есть это такой вот готовый образ. Очень люблю вот эти помады, они у нас являются такими еще и увлажняющими очень, да, то есть гладкий финиш, вообще не такие, как вазелинковые немножечко, да, но несмотря на то, что они очень нежные, мягкие и увлажняющие, у них очень яркий пигмент, да, то есть действительно яркий цвет получается, и, в общем, мне понравилась эта помада, ну и стильная такая, да. С этой странички я себе купила только пудру, причем даже, где тут, даже оттеночек, естественно, бежевый для меня все-таки оказался светловатым. Я такую уже наморала, да? Ну, я просто что-то перезагорела, что ли, уже. В общем, но, думаю, потом можно будет. А так у меня пудра рассыпчатая, я уже не раз про нее говорила, да? Рассыпчатая пудра The One, которая белая, кажется, но на самом деле она просто прозрачная. Здесь мне хотелось вам обратить ваше внимание вот на эти тени. Это тени-карандаш. Не нашла свои тени цвета, слушайте, а здесь их и нету, да? А, нет, цвета кофе у меня тени, а еще у меня есть такие же тени, но оливковые и старой версии, сейчас их уже нет. Вот какие классные оттенки, светлые-светлые, есть еще темные классные. Вот так они выглядят, и девочкам вот своим уже рассказывала, да, что очень удобно
вдоль ресничек пройтись, потом пальчиком растушевать. Особенно для тех, кто носит реснички нарощенные, это просто вообще находка. И что самое еще приятное, они тоже являются влагостойкими. Почему говорю тоже? Потому что тушь у меня сейчас тоже влагостойкая. Про это потом расскажу. Карандашики. Так, где мой карандашик? Карандашик у меня ушел на другую полочку. Ладно, карандашик такой у меня есть. Я взяла себе коричневый, да, то есть с одной стороны цветной карандаш, а с другой стороны хайлайтер. Тоже очень мне нравится. Тушь для ресниц, для бровей тоже классненькая. Как бы вот и то можно пользоваться. И цена хорошая. Эклат Мадемуазель тоже классная туалеточка. Вот эти вот аксессуары у нас только до конца августа. Обратите внимание, что здесь используются вот и здесь натуральные камни, и вот здесь натуральные камни. Я сейчас вам покажу. Так, сейчас, секундочку. Вот одно и снимать без штатива вообще неудобно. Я купила себе вот, вот это вот как раз ожерельце с этими натуральными камушками. Как показать это лучше? Подумала, как показать. Вот, да, смотрите. Очень красивая. Ну вот на девочке. Вот у меня, да. То есть вот эти вот камушки, они натуральные. Ну вообще вся бижутерия в компании Oriflame, она очень-очень крутого качества всегда. И сумки. Правда, минус есть у сумок. Все сумки в компании Oriflame, которые вы покупаете, они очень долговечные. Очень. Из-за этого приходится их потом кому-нибудь передаривать, потому что хочется купить новую. Реально не изнашиваются, вот вообще. Дальше. Люблю серию Элео, но люблю больше именно масла. Этот гель для душа, ой, не гель для душа, вот это гель для душа, это лосьон. А это жидкое мыло. Я купила именно его, вот такое оно красивенькое, купила для того, чтобы поставить его на кухню, потому что все очень его рекомендовали, особенно когда после того, как почистишь рыбу. Ну, вообще на кухне много же запахов всяких, да? И ручки мыть именно вот жидким мылом с лимоном и вербеной очень-очень эффективно. То есть запах отбивает полностью. Ну и вообще в Италии, из Италии, да? И вот сувенир из Мексики. Издревле в Мексике женщины использовали масло авокадо для того, чтобы быть красивыми. И для ухода за лицом, и за телом, и за волосами. Для нас сегодня предоставлена мылка и гель для душа из этой серии. Вот я купила. И масло. Далеко у меня стоит. И масло. Смотрите, прям почти в натуральной величине. Чуть-чуть промахнулись. В общем, попробовала я это масло. Пробовала я его после бани. И мне безумно понравилось вообще, как оно впитывается в кожу. То есть оно даже не жирное какое-то, да. То есть прям наношу, да, и оно моментально впитывается. Или вот, или это потому, что после бани, не знаю. То есть очень шикарное масло, после него кожа прям как бархатная. Мне безумно понравилось. Для волос я его не пробовала, потому что для волос я люблю все-таки мои масла Элео, да. Но вот для тела... Просто вообще прям, ах, попробуйте только не взять, попробуйте только не заказать. Для ухода за ножками, за ручками, давайте тут плистаем. Так, вот здесь, многие обратили внимание вот на эту новинку, это ночной крем для жирной комбинированной кожи. Мы, обладательницы жирной кожи, очень часто игнорируем ночной уход, дневной в том числе, да, про это тоже сейчас расскажу. Так, а где? А, все нашла. Игнорируем, короче, потому что кожа жирная, потому что нам хочется умываться. Мы можем умываться, можем протираться тоником, но крема мы не очень любим. И вот этот крем, он как раз-таки очень такой интересненький. Во-первых, у него матирующие свойства. Видно, да? Видно. Вот так вот. И так, наверное, не видно. Матирующие свойства. И вот, ай, аж прям, смотрите, он как гель. То есть он, у него очень интересная такая консистенция, которая мне безумно понравилась. То есть даже наносить такой крем для жирной кожи гораздо приятнее, особенно сейчас в летнее время. И обратите внимание, вот здесь есть такое условие. Цена будет ниже,
если мы купим два продукта вот с этих вот двух разворотов. И что я углядела? Мой любимый CC-крем так незаметно тут выложен, да. Ну, во-первых, его всегда кладут в серию Optimals, потому что он из серии Optimals, и именно вот в этой вот линейке против пигментации, но он действительно очень крутой. Чем хорош CC-крем? Это он заменяет и дневной крем, и там всякие консилеры, тональная основа, и у него очень хороший SPF. Ну-ка давай, фиксируйся, Где? SPF 20, видите? Вот у меня оттенок Light, это 73-й код. Просто многие путаются в кодах. И давайте я попробую вам показать, да, его в действии. Вот у меня очень-очень загорелая рука. Сейчас придется опять взять в руки телефон. Очень загорелая рука. Если я беру в руки телефон, как же я буду размазывать, интересно? Никак, да? Сейчас, погодите. Вот надо было мне в помощники кого-нибудь брать. Но он, как я много намазывала, это очень легко наносится. И даже если немножечко тон, всего 2 тона, да? Даже если немножечко тон не подходит, он все равно как-то вот подстраивается под цвет кожи и становится незаметным. Сейчас я опять возьму ручку. Вот видите? То есть по факту у меня... Ну, тут плохо размазал. Очень загорелая рука, и все равно хорошо получилось. Вот, но сразу прям чувствуется уход, то есть сразу чувствуется, что это не просто тональная основа, что это крем. Все, фокус у меня пропал окончательно, да? А, нет, вернулся. И расход у него тоже такой достаточно экономичный, да, то, что вот он в тюбике и так далее. То есть вот прям для меня это открытие, и многие, кому я рекомендовала этот CC-крем, еще в прошлой упаковке Optimals, да, они сейчас на нем так вот сильно сидят. Особенно весна, лето, осень, да, то есть еще если зимой там можно как-то поплотнее другие тоналочки выбрать, то летом вообще самый то. И получается, что я взяла ночной крем, взяла CC-крем, и все у меня по сниженным ценам получилось. В общем, красота. Дальше давайте пойдем. Мой любимый Novage. Здесь, на что я хотела бы обратить внимание. Да, я взяла себе вот такой вот SPF 50 на случай внепланового отпуска, если вдруг придется много быть на солнышке, да, то личико все-таки лучше защитить посильнее, да, в том, тогда, когда вот прям реально в пекло, если пойду, в общем, будет у меня SPF 50. Но я хочу обратить ваше внимание, показывала уже в Инстаграм, и не перестаю вам говорить о том, что вот эти вот прессованные масочки, вот они, мои красотки, такие в зелененьких упаковках. Вот одна упаковочка стоит, вот можно было бы на 10 умножить, и они бы того стоили. То есть вот такие вот замечательные таблеточки, это как прессованные полотенчики, да, то есть каждая еще отдельно упакована тоже в свою упаковочку там, 15 штук, это что получается, 10 рублей что ли одна, да, вообще такие копейки, но они полностью сухие, без пропитки, то есть нужно их пропитывать чем-нибудь, либо тоником, вот я пропитываю тоником Novage, за счет этого они становятся еще шикарнее, да, то есть они пропитаны тоником Novage. Можно просто раствором ромашки, например, пропитать. Вот здесь вот показано просто вот так вот, да, она вот так вот вырастает. Я кладу в крышечку от тоника, и потом вот она реально превращается вот в такую тканевую масочку, и на личико ложится минут на 10. В общем, это вообще то, что обязательно тоже каждый закажите. Потом мне пришлите в личку, и я буду проверять. Солнцезащитные средства. У нас дома SPF 30 и SPF 50. Детей очень удобно брызгать таким спреем. Сейчас детки в Нижнекамске, в гостях у бабушки, вместе со спреями и лосьонами. Дальше. Масочку, кстати, тоже взяла. Ну, эко, конечно, глина, все дела, да. Но для меня вообще все маски хороши. Главное, использовать почаще. Гель вот этот вот тоже взяла. С огурчиком. Классненький освежающий гель. То есть это вот все такое летнее, да, вот пока хочется прохлады, можно даже немножечко его положить в холодильник, прям совсем на чуть-чуть, да, и потом уже нанести на кожу таким охлаждающим эффектом. Дальше давайте принесу. Коктейлей нет на складе клубничных. Вообще у нас
Ну ладно, хоть ванильный пока есть, заказала. Дальше, дальше, дальше. Так, здесь, вот в этой вот распродажке я заказала вот эту пену для ванн. Очень классная, красивая, 179 рублей всего. Вот такой бутыль, красивый в виде бутылочки шампанского. Да? То есть все стильно, красиво, можно подарить, можно себе. Вот про эту тушь я вам говорила, она тоже термостойкая. Обалденная тушь. Я смывала ее прохладной водой, приехали на дачу, не стали ночью топить баню, думаю, дай-ка умоюсь, да, то есть просто водичкой личико ополосну. Нет, даже не размазалась вообще. То есть вы можете купаться в водоемах, в озерах, в бассейнах, в море, можете попасть под дождь, вы можете немножко поплакать, если вы плачете не горячими слезами, да? Но даже вот на жаре, например, нам жарко, тушь не расплывается, не растекается. В общем, шикарная тушь, шикарная у нее скидка. В общем, я прям вообще в восторге. То есть первая тушь No Compromise, которая такая же влагостойкая выходила, у нее все-таки была пушистая кисточка. Вот эта кисточка, она прокрашивает все. Сейчас я ее все-таки покажу, да. И здесь, что классно, да, сразу идет и объем, и длина, и изгиб. То есть она такая вот универсальная. Так, скажите мне, фокус будет? Сделай фокус, пожалуйста. Ну вот это вот я очень вам... Во, видно же, да, по-моему? Короче, маленькая кисточка, но вот если на руке показывать, то видно, что она маленькая. Кисточка с короткими ворсинками. Полностью прокрашивает все-все реснички. В общем, тушь вообще, я ей очень-очень довольна. Идем дальше. Помадки, лаки, хайлайтер тоже есть. Тоже я его уже куда-то спрятала. Мне кажется, хайлайтер мы больше оценим, когда жара спадет. Еще крутейшие помады матовые, которые наносишь как блеск. Они наносятся в глянцевом виде. И потом становятся матовыми. Волшебные помады вообще. И стойкие. Эти помады Giordani Gold, вот тоже у меня тут лежит под заказ. Если в прошлом месяце мы покупали матовые помады Икона Стиля, то это уже не матовые, да, то есть это вот уже с гладким финишем. Дальше давайте пролистнем. Опять бижутерия, которая только до конца 20 там какого-то августа. Надо торопиться, да. Мальчики, извините, мне вот не очень так интересно. Не так. Туалетные водички. У меня уже много туалетных водичек. Эльви. Так, маленькие тоже у меня есть. Все у меня есть. Шампунь, кстати, шампуньку я взяла вот такую вот. Сейчас второй заказ оформляла. И думаю, а где же я шампунь-то? В общем, я его взяла, кажется, за плату за доставку. Чтобы не платить за доставку, взяла шампунчик. Дальше, дезодорантики тоже взяла. Вот они два стоят, красавца. И... в прямом эфире показывала, сейчас вот тоже все сложно, кстати, собрать потом все в кучу, когда ты уже разнесешь по комнатам. В общем, не все, оказывается, собрала. Обожаемая мною серия лосьон для тела, гель для душа и мыло с запахом дыни и кокоса. Обалденно вообще. Причем я не люблю, когда пахнет кокосом, вот напрямую кокосом, нет. Но вот этот аромат, он какой-то, я не знаю, морская сказка какая-то. Конечно же, купила гигиеническую помаду, бальзамчик для губ для дочки, но она еще не успела его заценить, потому что я не успела ей его подарить. Она в отъезде, да? Вот тут такая вот Микки Маус, а с другой стороны другая Микки Маус. Очень вкусный, аккуратно, любители клубники, не ешьте этот бальзам, оставьте детям. Дальше давайте пробегу, что мне тут еще нравится. Зубные пасты, естественно. Кстати, сегодня была у стоматолога. Последний раз была, когда Камиль только-только родился. То есть где-то 3 года назад. Ой, вот такая вот я. И вообще все идеально, классно. Сказал мне мой стоматолог, молодец. Но приходи все-таки чаще. Так, вот эти вот гели для душа тоже вкусные. Взяла мужской. Да, мужской, так что-то он до Рамиля не дошел, еще не оценил. И вот потом уже, когда читала анонс, поняла, что вот этот гель для душа тоже все-таки хочу заказать, потому что это манго, потому что это название такое, солнечные Мальдивы. Ну, в общем, кто не хочет на Мальдивы?
я хочу, поэтому надо мне такой гель для душа точно, чтобы немножечко окунуться и представить себя на Мальдивах. Мультиактивные бальзамчики обязательно заказывайте, у меня их тоже много. Ну вот, когда скидка хорошая, реально можно несколько взять. Сейчас, может быть, не так заценим, как заценим их осенью, когда начнется сезон ветров. Будем обветривать губки, в общем, обязательно, когда уже помады со своим увлажняющим свойством не справляются, вот этот бальзам справляется вообще на ура. Ну и вот такой вот гель-кондиционер для ресничек и для бровей тоже очень хвалят. Почему-то вот я его брала, видимо, мало использовала, вот, но вообще очень-очень хвалит. Что ж, все это, по-моему, в моем бардачке. Конечно же, мне вот пришла уже такая косметичка. Кто в этом каталоге делает заказик на 50 баллов, тот в следующем каталоге вот такого же качества сможет купить сумочку-планшет очень прикольную. Также у меня здесь аппарат Skin Pro, который у меня заказали. И щетки. Все же показала, да? Вот это то, что только до воскресенья, кто успеет. Сейчас вновь компания взяла за традицию недельные такие распродажи, да, закрытую распродажу на неделю объявлять. Вот сейчас вот такой вот спрей-закрепитель макияжа и вот эта вот туалетная водичка с ароматом одуванчика. Вообще просто, ну, практически даром, то есть с огромнейшей скидкой. И также вот здесь вот я показывала, что у меня вот стоит такая вот баночка для дисков, Oriflame баночка. И я купила еще одну, вот еще не успела распаковать, крышка внутрь, да, сделана. Хочу, чтобы рядышком стояла такая же баночка с палочками, чтобы все было красиво. Вот, ну, в общем, 20 минут у меня получилось. Я, честно, очень спешила и вроде бы показала мало, но очень хочу, чтобы вы не пропустили то, что в этом каталоге выгодно, со скидкой, и то, что нельзя пропускать. То, что хорошее, мои любимки, самые-самые, это, наверное, вот на что вот обязательно нужно купить, это маски тканевые, это масло и тушь, и туалетку, да, все остальное по желанию, как хотите, но вот эти вот 4 продукта купить каждому обязательно. Все, спасибо, с вами была Татьяна Булатова, до встречи в следующих видео, пока-пока.